Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек. Я сегодня в парке Артема. Потянул вчера на тренировке связку. Иду в клуб. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Все вам обязательно покажу. Готовы? Поехали! Друзья, ну что? У нас зима. Клуб парк Артема. Сегодня у нас багажниковый распродаж. Покупаем вот так. Сейчас покажу вам, что дальше у нас здесь по аллее. Видите? Никого. Сейчас пойдем посмотрим, кто собрался. Ребята, людей нет. Но зато я вам хочу спеть хорошую песенку. Остыли реки и земля остыла. И чуть нахохлились дома. В этом городе мне грустно было. В этом городе мне грустно было. А за городом зима, зима, зима. Здравствуйте. Здравствуйте. Юбилейных рублей нет СССР? Ну, есть 93-й год. Не-не, СССР. Угу. СССР нет. Нету, да? У нас все сегодня под кулечками. Сегодня... Дайте мне киборга в ролик. Угу. Дальше ВВС, флот и обовязок. Люди только раскладываются. Придешь в 11, они уже собраны. Придешь, снимай. А я вас не снимаю. Здравствуйте. Красивая, конечно, машинка. Ребята, если кто-то собирает пожарную тему, свистите. О, знаете, что хотел спросить? Я звонил вам. Олимпиада в серебре. Олимпиада в серебре Токио. Есть? Правда. Больше нет, да? А достать? Пытались. Никто не хочет оставаться. Все, которые мы продали. Понял. Я услышал. Здравствуйте. У вас юбилейных рублей нет? Нет. На базаре. Я сюда не нашел. На базаре. На базаре это как? Классический переулок. Я сейчас буду. Это Блокбаза? Нет, классический книжный. Здравствуйте. Секретная видеосъемка. Саша, а у тебя нету вот этих файлов под бумажные деньги? У меня есть все. Но я покупаю у него. Нет, так а сейчас там есть? По-моему, один остался, если я не ошибаюсь. Если я его не отправил на Россию. Один. Юбилейные есть рубли, да? Какие? Советские? Да. Нет. Так что ж такое? Контент. Что ж такое? Так, а этот каталог, цена? Елочных. 800, но скидку сделаю. Скидку сделаю. Сколько предлагаю? Я услышал. Не, у меня еще есть? Я спрашиваю. Так, каталоги, ценники, да? Да, это остатки уже остались, все пораспродавал. Ну, Юрика убрал нормально. Ну, у них дороже. Красота. Красота у вас, как обычно. Читается хорошо. Угу. МГБ, МГБ по Закарпатской области. Хорошая вещь, хорошая. Я покажу. У меня есть вещь, люди, которые такое коллекционируют.
Лично я просто не понимаю, честно, ее ценность. Нет, я думал, просто... Не, она вообще она сама по себе, НГБ всего 6 лет было. Все, что там по сфрагистике у меня там есть. Mm-hmm. Спасибо, спасибо. КГБ, ну ходили. Это редкое состояние. Кисловодское отделение, да. Народного банка. Здесь печати все, это местные выборы. Подписи еще ручные, да? Якир? Конечно, конечно, все ручное. Якир написано? Я же не понимаю, я даже не присматриваюсь. Надо посмотреть по каталогу, что это такое. А цена? 600 гривен. 600 гривен. Чек на 50 рублей. Супер. Хорошо, я узнаю. Спасибо. Друзья, прикупил в клубе очень много юбилейных рублей. В том числе, посмотрите, какую купил прелесть. Ну, еще купил роллы монет. Мои любимые подписчики постоянно у меня покупают 10-гривневые монетки. Купил вот такую вот серебряную, 2 гривны, с сертификатом. Детячий зодиак, стрельчик. Видите, маленький стрелец. Вот, ребята, вот, я считаю, что это всегда джекпот. Я хочу собрать полностью коллекцию в пруфе. Посмотри, какие монетки. Это юбилейные рубли. Вот в таком вот улучшенном качестве чекана. Нульц. Они попадаются все реже и реже. Эти люди, которые сохранили их в таком состоянии, конечно, молодцы. Вот. Поэтому людей мало. Все, что хотел, не купил. Посмотреть, как побарахолиться, нечего, естественно. Люди пришли пообщаться, поразговаривать. Тем не менее. Друзья, иду из клуба. Людей нет, все замерзшие. Кто-то в 10 часов начинает раскладываться, а кто-то уже собирается, а кто-то уже разъехался. Вот. Тем не менее, я накупил много приколяшечек, много под заказ накупил рубчиков. Вот. Друзья, поэтому вот такой короткий ролик про парк Артема зимой. Не поленитесь, поставьте лайкос под видео, подпишитесь, если вы еще не подписаны. А я буду снимать для вас еще более интересные ролики. Увидимся!